Ростовчане покорили Москву. Опера «Кармина Бурана», представленная Ростовским музыкальным театром в рамках фестиваля «Видеть музыку», заставила столичную публику почувствовать связь времен и многое переосмыслить. Первые отзывы критиков и зрителей о постановке в репортаже Любови Сурковой. Нынешней осенью Москва принимала фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку» в третий раз. В афише три десятка спектаклей. Ростовский музыкальный театр завершал фестивальную программу показом двух опер. А мы почти всегда в Москве выступаем на самых статусных и лучших сценах. Это, конечно, очень ответственно, всегда очень рискованно, и поэтому напряжение и волнение есть. На сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко наши земляки представили оперно-балетную мистерию «Кармина Бурана». В зале соседствовали и любители опер, и профессионалы из Ассоциации музыкальных театров России. Дело в том, что мы «Кармину Бурану» знаем от и до, но вот так, чтобы ее представили как оперу, как такое действие сценическое, это, наверное, первый опыт и удачный опыт. Это очень важно для коллектива, чтобы он заходил за какие-то другие границы, расширял свои возможности. И в данном случае Ростовский театр демонстрирует нам свои какие-то, ну, скажем так, безграничные возможности. Меня необычайно радует то, что такие пласты поднимаются, то, что они на такой глубине даются, и что они заставляют нас переосмысливать очень многое в нашей сегодняшней жизни, ощущать вот эту связь времен и ощущать, может быть, что-то самое сущее, во имя чего мы должны жить. Пиковую даму ростовчанам предстояло играть на сцене новой оперы. Наверное, в этих двух днях сказался опыт 18-летних гастролей в разных странах мира. И потому так оперативно и так собрано осваивал коллектив новую для себя сцену. А в зале снова аншлаг. Вы знаете, я настолько вот вовлечена, я ничего вокруг не замечаю. Я только смотрю на сцену, только слушаю прекрасные голоса. Восторг. Вот только восторг. Вообще прелестные актеры. И хор очень хорошо поет. Мне понравился хор. Среди тех, кто пришел в этот зал, оказались зрители уже несколько лет, следящие за творчеством нашего театра. Голоса супер. Голоса замечательные. Мы уже вообще очень хороший театр. Не первый раз выходим на постановку. «Фауст» была, они приезжали. Очень нравится. Спасибо. Пришли целенаправленно просто. У этого фестиваля нет ни экспертного совета, ни жюри. Но есть чуткая и очень благодарная публика. Я уже много лет слежу за творчеством Ростовского музыкального театра, и я вижу, как театр развивается. Поздравляю Ростовский театр, я ему обалденно завидую, и я ему желаю, чтобы он продолжал в том же духе и шел к новым вершинам. Но я очень рада, что сегодня в Москве на сцене новой оперы мне удалось увидеть замечательный Ростовский музыкальный театр. Я, конечно, в восторге. Очень красиво. В год своего 20-летия в новом статусе Ростовский театр снова покорил музыкальный олимп. Любовь Суркова, Алла Иванова, Виталий Дедогрюк, «Вести Дон», «События недели».